Всем привет! Это мой попугай Кузя. Сегодня пятница. И наш Кузя первый раз в жизни пошел купаться. Вот он уже весь мокрый. Там его любимая подружка, вот игрушка. Вот это. Вот это Кузя первый раз так купается. Первый раз. Это. Любит водичку. Он же весь мокрый уже, посмотри, у него туловище вся мокрая. Пусть он намоется, для него это очень полезно. Это же он как бы плавает в душе. Да, так же. Вот мы Кузю так приучим к воде, и он так будет часто плавать. Конечно. Все моются. Животные, птицы тоже любят, видишь? Под дождиком некоторые моют. А Кузька наш здесь будет, водичка. Для него это вообще прекрасно. Это у него радость, полные штаны, да. Он же первый раз. Да. Да, в клеточке-то нету, там только много воды. Там только его. Вот он чаще. И нам приучится, и ему будет очень хотеться даже поплавать. А почему мы его туда не выпускаем? Эй, Кузя! Ну, очки-то мои не надо трогать. Иди лучше к водичке. Интересно, а где его вот это? Там нету? Кругленько мы его положили в водичку, как бы он... На камеру. Вот увидел камеру? Кругленькую. Да ладно, не знаю, мы ее потеряли. Ну, ты же самое интересное, когда он ее таскает. Мы ее потеряли. Ее могли потерять. Ну, все, Кузя. На, Кузька, вот тебе игрушечка еще, смотри. Он как-то больше купаться не хочет. Накупался, наверное. Накупался, наверное. Ладно, всем пока. Ставь лайки, подписывайся на канал. Всем пока.